Итак, друзья, всем привет! С вами компания VSDV Tuning, и перед вами комплект рестайлинга для Prado 150 из 2009 года в 2020 года Lexus GX. То есть, да, вы сейчас не ослышались. Если у вас Prado 2009, там 13, 15, 17 года, можно сделать GX 2020 года. У них кузов один и тот же, 150-й. Все, что нужно для переделки, все перед вами. А сейчас мы разберем, что у нас идет в комплекте. Скажу сразу, кто у нас уже приобретал товар неоднократно, кто с нами работает, тот знает то, что мы люди честные и предупреждаем о всех косяках сразу. В данном наборе мне что не понравилось, я вам сейчас скажу. Первое — это задний бампер. Задний бампер немного идет кривоватый. Пластик, если мы, смотрите, сейчас поставим. И вы это увидите вот здесь. На царапины не смотрите, это... дело обычное, при транспортировке часто так бывает. Это все равно все грунтуется, красится. Далее, это вырезы не очень ровные, корявые. В общем, вот есть такие косячки по заднему бамперу. Передний более-менее. Поэтому, вот, чтобы вы сразу узнали. Комплектов у нас не один. У нас три набора, и вот у всех... идет такой задний похабный бампер. Но, друзья, это все делается, то есть не нужно это как-то воспринимать очень сильно. В общем, как-то так. Что касается переднего бампера, повторюсь, он более-менее ровный. Пластик идет прямой. Что касается решетки радиатора, но вы ее уже все знаете. Она отличная, под камеру, окрашенная в графитовый цвет. Хром, как обычно, мы рекомендуем бронировать. Это вы уже все у нас знаете. Крепления. Все крепления нужны для переделки. Все в комплекте. Болтики, шмолтики, клипсы и все в этом роде. Крепление бамперов. И здесь у нас защита переднего бампера. Показываю вам все досконально, чтобы вы все увидели. Все мелочи. Так, что касается... задних стоп-сигналов. Я им дам оценочку 3 с плюсом, потому что у них есть такие вот, не были на камере видно, я думаю, заусенцы, думаю, вы их видите. Ну а так, в принципе, остальное все неплохое. Поворотник хороший, под двухконтактную лампочку оранжевенькую сюда вставляем, и у вас поворотник. А вот, друзья, это туманочки, дефицитный такой товар у GX, со всеми надписями, механический корректор, оригинал там вообще уйму денег стоит. Катафот заднего бампера, также вставляем лампочку. Все такое неплохой, с надписями. Это у нас накладочка на задний бампер, подкрылки передние. Что касается на передней оптики, я ее уже вам снимал неоднократно. Фары очень хорошие, всем нравятся. Оригинальный корректор стоит.
никаких недоразумений еще по ним ни разу у нас не было. Все хорошо. Так, брызговички. Подкапотный пластик. Он хорошего качества. Ничем, по мне, не уступает оригиналу. Неплохой, неплохой. Ванночка задняя под номер, окрашенная в белый. Далее, по железу. Железо. Железо неплохое. То есть, конечно, не оригинал. Ну и не говно. Дверь. Стекло у нас переставляется со старого автомобиля. Лейба. То же самое. Спойлер верхний тоже переставляется. Капот. Капот. Кстати, пятая дверь и капот уже идут под герметик, с герметиком. Это очень важный момент. Капот у нас тоже ровненький. Все видно. Пальцем проводим, никаких ребер, никаких волн нету. Все хорошо. В общем, вот такой, друзья, набор. Если у вас какое-то сильное ДТП, это очень хорошая замена. Превратить ваш автомобиль в последний GX. Конечно, если вы скажете, я могу купить себе оригинал. Друзья, тут бюджет на оригинал очень большой. Набор весь стоит, вот этот китайский, 275. Оригинал, ну, я не знаю, очень, очень много. За 500, за 600, наверное, это точно. И очень вы важный момент, друзья. Если вы вдруг захотите приобрести товар где-то в другом месте, там на 5, на 2000 подешевле, и вам будут говорить то, что это другое качество, нет, друзья, везде одно и то же качество. У нас в России, в принципе. Если вы будете покупать оригинал, это да, тогда вы уже будете точно уверены, что это что-то другое. Но а Китай, он везде одни и те же будут косяки, то, что я вам и показал. Думать вам, у кого что покупать. Все контакты я ставлю под видео. Проходите, пишите, звоните. Мы всегда на связи.